Меня критикуют, что у меня был бел, червоно-белый. Да, что вы в 94-м присягу принимали именно под этим флагом. И вот как вы относитесь к таким заявлениям и к такой позиции? Ну, меня за это не надо критиковать. Умный человек, и ты тоже скажешь, что ну, президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом. Такая была символика. Я за нее не голосовал, я ее не приемлил, но она была государственной. Вы что, хотите сказать, что я должен был привести флаг победы? Я бы с удовольствием и на фоне этого флага победы. Поэтому я и принимал присягу на фоне того флага. Но поскольку я это не приемлил, и большинство нашего народа, я на референдум внес символику. Вот одна, вот другая. Подавляющим большинством мы приняли нынешнюю символику. Это наша великая победа, это величайшее достояние, что мы победили в той войне. И каждого третьего угробили. Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этими стягами? Сколько русских, белорусов, евреев, татар, сколько тут погибло? И все под тем флагом. Флаг-то ни в чем не виноват. Флаг-то в чем виноват? Но его использовали. Поэтому давайте мы подальше будем держаться от этого. У нас есть хорошая символика белорусская, государственная. Ее надо использовать.